История, значит, такая. Когда я только начинал, значит, свое путешествие на Ютубе, я очень стеснялся снимать людей, просить их сфоткать, потому что как, я очень суеверный человек, и мне кажется, когда мы кого-то фоткаем или снимаем, мы воруем у него душу. Вот. И я очень увлекался снимать заброшки, потому что людей на заброшках обычно нет. И вот есть в Кливленде одна знаменитая легендарная заброшка, которая называется Whiskey Island, то есть остров виски. И я до туда все никак не мог добраться. По городской легенде, во время сухого закона еврейская и итальянская мафия там построили здание со складом и принимали виски из Канады, чтобы продавать в дальнейшем. Потому что был сухой закон. На мой взгляд, сухой закон – это идиотизм. Вообще, на мой взгляд, любые вещества, которые выводят человека из равновесия и создают веселое настроение, запрещать нельзя, это бесполезно абсолютно. Это уже не один правитель убедился в этом. Так или иначе, недавно я нашел на газоне бамбук завернутый, кто-то выронил. Вот, у нас в соседнем штате бамбук, в общем-то, узаконен. Видимо, кто-то туда съездил и уронил. А я нашел. И вот я собрался поехать на Whiskey Island, а оказалось, что заброшку отремонтировали. Она долгие-долгие годы стояла, аж со Второй мировой войны, потому что во время Второй мировой войны еврейская и итальянская мафия, они были очень патриотичны, и они передали это государству для погранохраны. Там была станция погранохраны, хотя я не знаю, какая тут граница Канада с той стороны озера, кого там было защищать. Так или иначе, где-то вот с 50-х годов это здание пустовало, постепенно разрушалось, и я все никак не мог туда добраться, его снять. Тут возникла, значит, такая ситуация. У нас в этом году выборы мэра. Ее быстренько отреставрировали и вокруг сделали парк. Так что я опоздал. Теперь придется ехать смотреть цивильное все это. А чтобы цивильное не было таким скучным, я решил употребить бамбук и поехать туда на велосипеде. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы начинаем наш рок-концерт. Мы очень рады приветствовать вас здесь, в этом зале. Мы помогли вам еще много чего сказать, но у нас слишком мало времени, чтобы говорить. И поэтому мы здесь сейчас... Как бы мальчики, собирайтесь в круг, как бы девочки, будем как бы веселиться, прозвенел звонок, будем слушать и играть, это самый рок. Получился вот такой ролик, когда я ехал в одном месте. Я вдруг увидел, что в Кливленд приехала группа AC/DC. Вообще бамбук вводит нас в пограничное состояние, и люди, и лица, все кажется таким особенным. И действительно особенно, что произошло со мной в центре города Кливленда, вдруг оказалось, что выступает группа AC/DC, то есть очень известная группа, рок-группа. Это меня ввело в ступор.
just passing by. Okay. Visiting. Thank you. I'm sorry. Who is that playing exactly? It's a cover band. Oh, okay. Yeah, okay. Really, I was just passing. Yeah, cause I was really, no shit. Yeah, don't worry, don't worry.
Я отдам 30 своих головорезов за одного человека, умеющего решать вопросы, разговаривая. Тюрьма выгодно отличается от могилы тем, что ее двери когда-нибудь откроются. Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем только одним добрым словом. Если ваши друзья просят договориться с вашим врагом, значит, предатели уже договорились за вашей спиной. Hey guys, can I take your picture, please? Thank you. Ад. Должно быть клевое место. Раз малые, что придумали религию, так хотели, чтобы туда, кроме них, никто не попал. Если врешь, будь краток. Самым опасным врагом, которого ты можешь встретить, будешь всегда ты сам. Пуля очень многое меняет в голове, даже если попадает в задницу. Все совершенное тобой к тебе и вернется. Ничего личного. Это просто бизнес.
После этого я в конце концов добрался до Виски-Айленда, все снял. И потом, когда уже ехал домой, совершенно неожиданно я встретил в Кливленде выступающего в каком-то ресторане самого Фредди Меркьюри. To see what condition my condition was in. Yeah, yeah, oh yeah, what condition my condition was in. Push my soul in a deep dark hole and then I followed it in. Watch myself crawling out as I was crawling in. Got up so tight I couldn't unwind. Saw so much, broke my mind. Just dropped in to see what condition my condition was in. Yeah, yeah. Yeah, I'm living. I'm sorry. It's just the. I thought you were gonna hop the fence back here. That's why. No. It's a perfect hour. You know, sunset, the light. Who are you working for? Help me. Nothing. Not myself. It's just hobby. Weekend warrior. You know. Gotcha. Thank you. No problem. What's the best way to get to Detroit Avenue from here? Because I'm not local. To Detroit Avenue? Yeah, like a shortcut on a bike. When you go back out, uh-huh. Condition, my condition was in.
on a dead end sign. Had my foot on the gas as I left the road in blue out of my mind. A mouse out of Memphis and I got no spare. A mile straight up downtown somewhere. Just dropped in to see what condition my condition was in. I said I just dropped in to see what condition my condition. А вот и канализация. Все говно. Конечно же, в озеро. Куда же еще? Как будто это озеро не всему, не всей планете принадлежит, а только засранцам из Кливленда.